Артем Быковский, автор первого гола в сегодняшнем матче «Спартака-2». Артем, как забивал, помнишь? Да, конечно, убежали в контратаку. Юра Каледин хорошо пробежал по флангу. И я его попросил подстрелить под себя, под ворота. Услышал, забил в дальний, спокойно, низом. Были еще моменты, особенно в концовке первого тайма, да, почему не получилось реализовать? Ну, была достаточно тяжелая ситуация. Карпов быстро принял решение отыграть мне, но мой удар уже накрыли. Слишком маленькое расстояние было, и повезло немного. Что вообще скажешь по игре? Ну, в первом тайме была игра плюс-минус равная. То мы владели инициативой, то Динамо. Первый тайм скомканный, я считаю, получился. Во втором тайме мы вначале полностью доминировали, забили, ну, отыгрались 2-2. И дальше могли забивать, но у пацанов тоже силы кончались, и игра пошла на спад, как и у нас, так и у них. Насколько помогли сегодня болельщики счет сравнять? Болельщики, в первую очередь, хотел сказать им огромное спасибо за то, что все пришли. Спасибо вам. Мы бежали вперед, вы нас гнали. Так они помогали, безусловно. Спасибо, успех.